12 часов мы приглашаем всех личан, всех гостей нашего города принять участие в митинге реквиеме. На митинге реквиеме мы будем вспоминать наших ушедших ветеранов Великой Отечественной войны. У нас пройдет небольшая театрализация, и, конечно же, мы отдадим память тем, кто не дожил до этих дней. Возложим кургану бессмертия цветы и венки. Ну, а праздничная программа у нас в 13 часов начнется на Дожиночной площади. Здесь мы уже представим праздничную тематическую программу. Выступят на ней лучшие творческие коллективы наших учреждений культуры, Лидского управления образования, школы искусств, музыкальная школа. Это выступят ребята с программой «Внуки Победы». В этом году мы пригласили к себе в гости эстрадно-симфонический оркестр Гродненской филармонии под управлением Бориса Мягкова. И вечерняя, конечно же, программа у нас будет с участием минских артистов. Это две кавер-группы «Провокация» и бывшая группа «Чин-Чин». Ну и, безусловно, мы приглашаем наших личан принять участие в республиканской акции «Споем День Победы вместе». В 21:55 мы будем петь эту нашу песню. В 22 часа пройдет у нас праздничный фейерверк.